Доброе утро, мои хорошие. Помните, я вам рассказывала, что мне пришло со Спаррибанка документы, договор. Так, уберу, наверное, сам договор. Вот так вот. Вот здесь много-много листов, с которыми надо ознакомиться, кое-что прочитала. И подписанные документы нужно было отправить в центральное отделение. Поскольку мы потеряли карточку, я этого не делала, но на встрече с куратором мне сказали, все равно отправляйте. Потому что пока оно дойдет, пока они рассмотрят, вы уже и карточку получите. Вот поэтому сейчас запечатаем и отправим это все именно в почтовый ящик брошу, скажу. Короче, пожалуйста, свой член. Давай, пожалуйста, еще на свой член еще раз. А за свечина, подожди. Ну не надо. Пока моя красота не жалеет. Вы представляете, дорогие подписчики. Всем все равно. Хотела, в общем, рассказать, пока моя красоточка жарит, там я не снесу утром, я вам здесь кое-чем похвастаюсь. Вот она будет завтра купить, ну, я с сосисками. Ну, подожди. Вот такой ячмень, там мы его ливанюкольчиком мажем, надеюсь, это скоро пройдет. Вот, девчонки, мальчишки, у меня появилась посудомойка. Взяли за 1000 крон, привезли нам ее. Смотрите, ну, нюанс в чем. Я на объявлении, честно говоря, этого не видела. Вот, видите, она здесь треснута. И тут еще немножко внизу вмятина есть. И еще нюанс в том, что мы ее не подключили. То есть она еще стоит у меня не подключенная. Ну, в хорошем состоянии. Видите, здесь все как бы нормально работает. Все чистенько, аккуратненько, не считая внешних повреждений. У нас просто нет к ней переходника. Поэтому сейчас поеду, куплю переходник, сама, возможно, скручу, но буду вам все снимать, все показывать. Ой, девочки, как хорошо на уличке. Вот открыла прям окошко с утра. Вы себе не представляете, как тут красиво. Солнышко сегодня такое прям радует это дело меня. И к нам, кстати, знаете что, к нам в гости ходит какой-то кот постоянно, каждый день. То есть даже было видно, что, знаете, такие свежие следы снег и следы кота. Красиво все, конечно, у нас. Все, заходим домой. И вот у нас есть в итоге посудомоечная машина, нет подключения. И наша Анастасия Сергеевна, знаете, чем занимается? Она сейчас все это открутит. Из этой открученной штучки, если у нас получится ее открутить, мы пойдем в магазин, чтобы определить диаметр. Только вода не поняла, должна течь. Нет, ну это там остатки воды, наверное, сольются, и все, и так. Много там воды быть не должно. Все, и вот что, нет воды. Так. Есть диаметр. А они сами поймут там. Ну, там подходку уже... вот этой штуки. Да. И эту штуку переходник. Так, и вот эту штуку. Ну, это тоже сфоткай на всякий случай. Да, сфотографирую все и сходим в магазин. Вот мамусика собирается. Что это у тебя торчит такое? Какая-то челка, не челка, непонятно что. Давай. Ой, ой, я в стенку даже врезалась. Во все 32 улыбнулась. Ну что ты меня вот это вот... Все, я готова, поехали. Давай, мы с тобой вместе станем. Да. Так, вот так вот, вот все. Вот так вот. Я как будто карлик, вот я выровняюсь. Ты как будто братан, а не карлик. Все, поехали. Все, поехали. Приехали мы вот в торговый центр. Сейчас идем, идем, идем. Будем покупать переходник. Идем. Подожди, нам же надо на эскалатор в другом месте. Моя дочечка, красоточка. Подъезжаем. Вот магазин. Сейчас будем смотреть. А, вон видно магазин, да? С ночечкой пришли. Здесь, видите, такая огромная витрина. Всякие вещи. Сейчас мы будем подбирать, какая нам примерно подойдет. Потому что да, взяли. Мы ее подобрали, но он сказал, что тут... Системка-то такая, что нет у него подходящего переходняка, а у нас есть образец. И нам на этот образец, он говорит, вот эта штучка подходит на него, но она маленькая, нужно еще больше. И на эту штучку нужно еще одну. У нас будет два переходника. Это вот так вот будет, и дальше будет дальше еще одна наша шлангочка. Купили мы переходник, теперь надо пройти на в отделение почты. На улице такая хорошая погода, все так солнечно, все так тает. Вот, ну и настроение, соответственно, тоже очень-очень хорошее, девчонки, мальчишки.
И вот у нас получается почта. Вот мы сейчас сюда зайдем бросить наше письмецо, отправить, которое для банка. Вот так выглядит почта. Вот мне пришло письмо от Bypass о том, потому что у меня нет банк ID, и я могу заходить через Bypass. Почему-то написано Йобик, но я не знаю. Чуть позже мы откроем, посмотрим, что там. Я так понимаю, мои данные для входа. Я думаю, кто-то подойди на это место. Смотрите, я сейчас покажу, какой красивый день. Я каждый раз сюда хочу. Вот она каждый раз сюда ходит и ни разу не подходит. Ну, я на машине сюда проезжала, когда я сюда смотрю, блин, думаю, красиво. Вот будет остановиться. А вы где тут жить? Вот такие вот окошки, люди здесь. Так, как ветрено тут жить. Да, ну то, что ветрено, это да. Моя красоточка. Рука замерзла. Рука замерзла. А я даже перчатки не одела, сняла. Вернуть перчатки? Не верну. И сугробы снега. Еще, девчонки, мальчишки, мы купили. Да, ну переверни, покажу. Малюсенькие батареечки для градусника поменять. Потому что нас еще никто не жалеет, а Настя болеет очень тяжело. Так, не говори таким. Очень вопросы. Сильно больна. Так, вот. И сейчас будем менять. Это как батареечку. Ее достать? А как ее достать? А как? Может, просто нужно вот так вот ножничками маникюрными подавить? Сейчас будем делать. Все, она справилась. Одну вытянула, сейчас будет другую вставлять. И как это вот так вот было вставлено, да? Ты меня спрашиваешь, как оно было вставлено? Я же, ты запомнила, как оно было вставлено? Да нет, оно так вылетело, что... О, все работает. Все, замечательно. Теперь меряем. Нет, пока не буду закрывать, пока просто померяю. А потом, когда мы... Все. Мой топик. Улеглась, ой, девочка. Чувствую плохо мне. Плохо мне. Вот то, что солнце светит, потом ты плохо качаешься. Вот, смотрите, фотографии красивые. Да. А мы можем даже выставить галерею. Да, кстати, когда мы гуляли, я же вам рассказывала, Настюшка меня уговорила сделать кучу фоток, но я уже рассказывала. Мы вам сейчас все их поставляем. Да, вот. Подожди, это плохо видно. В общем, красиво, фото красивое. Это я ее фотографировала. Себе. Делюсь, подруженька, что у меня посудомойка появилась, нужно ее подключить. Моя, это лишнее. Моя девочка-красавица. Mm-hmm. Уже села, уже там что-то она там накрутила, скрутила. Мне кажется, не докрутила что-то. Вот, сейчас будем смотреть, все ее подключать, может быть, будем она на холостых оборотах. Mm-hmm. Попробуем. Ну, вообще открыть воду и проверить, будет ли она течь. Да, так. У нас, конечно, полно в раковине воды. Так. Ай-яй-яй, течет. Так, ну что у нас? Она закрутила. А раскрутить теперь мы ее не можем. Это инструмент был. Ну что, мы загрузили первую пробную партию. У нас все чистое, конечно, но мы попробуем. Боже, мама. А что? Почему она все попадала? Я не знаю, почему она все попадала. Что-то сюда нужно поставить. Ну хорошо, давай переставим туда, давай. Бедный ребенок, хоть думаю, покушай что-нибудь. У нее, кстати, видите, она какая красненькая. Сейчас я хочу дать уже противовирусное. Я потому что умираю, я же говорила. Нет, так не говори мне глупости такие. Вот клепни что-нибудь. Нельзя такое говорить. Да. Что ты поставишь? Хоть так стоит уже. А, вижу, Кирилла. Что? Угу. Кнопка-то не работает. Какая? Никакая. Вначале нажимаешь старт, а потом выбираешь. Да. А он у меня сразу запускается. Я хочу 65. Ага, видишь? Может, блок стоит? Удалить. Если. Нет, выключись, пускай. Видишь, режим не выбирается. Угу. Вообще шикарно.
Ну, 70 градусов это нормально, я так тоже сюда мою на 70 градусов. Угу. Ну, допустим, была бы быстрая, поняла, этот спит, типа как скорость, быстро. Да. 65 градусов, но нет, только ты на 70. Угу. Ладно, попробуем, но даже не понимаю, сколько она по времени будет. 3 часа. Угу. Вот это минимально 3 часа. Да, то есть нельзя выбрать, да? Да. Может, ты пока что-то еще не разобралась? Угу. Ну, попробуем, время еще есть. Да. Интересует другой вопрос. Скажу откровенно, я огорчена. У нее кнопка запускается только одна единственная. И вот она в выбранном режиме работает. То есть быстрая стирка не работает у нее. Вот это как раз стоит 65 градусов, 50 градусов. На только она посуду не переключается. Не переключается также режимы времени. То есть она вот запустилась вот так и работает. Другие кнопки у нее не нажимаются совсем. Дело даже не в том, что, знаете, она стоила 1200, до 1000 взяли. Дело в том, что она должна работать, а не просто в каком-то одном режиме. Ну и с водой что у нас? Вот она немножко поработала. Воды, как видите, здесь немножко есть, но не течет. Пока будем так, а там уже дальше будет видно. Все, мои хорошие, на этом буду закругляться. Пока-пока, до новых встреч. Искренне ваша Наталья Чалова.